Мой дружок-пирожок, если тебе нужны бабки, опыт, или все сразу, то заходи в мою группу по прокачке. Сделаем все быстро, качественно и недорого. Сейчас проходит акция. У тебя есть возможность заказать в два раза больше валюты по прежней цене. Вся информация в закрепленном посте в группе. Успей заказать прокачку до 12 апреля. Ссылочку на группу ты найдешь в описании. Переходи и заказывай самую надежную прокачку. Дилетант гарантирует. Всем привет, мои дружочки-пирожочки. Не успел шоколадный прогрузиться в свой офис, как ему тут же влепили уведомление. Ну, с него и начнем. В GTA Online за эту неделю можно заработать дополнительные доллары GTA, а именно 1 миллион долларов, 1000 опыта, и еще вам подгонит пивную шляпу. Для этого нужно выполнить 10 ежедневных заданий. Да-да-да, они тут есть, как и в Red Dead Online, но заданий таких в сутки дается 3. Отсюда вывод, что вам как минимум четверо суток нужно батрачить, выполняя все ежедневные задания. Я же все таки советую вам всем пройти эти испытания и получить на Холливуде амчик атраков. И если задания покажутся сложными, но выполнимыми, все же выполнить их. Возможно, в другие дни они будут еще сложнее. Вы можете проходить по одному-два ежедневному заданию, не обязательно все сразу, но чтобы в сумме до следующего четверга у вас вышло 10 ежедневок. Я настоятельно рекомендую выполнять все задания сразу, так как за это вы получите еще деньги и опыт. С Павликом мы это еще разберем, но роки удивляют такой щедростью. Учитывая, что их карточка на лям 250 в стиме стоит 559 рублей. С этим вроде как разобрались, делаем ежедневки и получаем лям. Теперь к скидкам и бонусам. Шоколадной нуге хоть и было весело на улице, еще как назло погода отличная. Прям хочется выйти и погулять, с термосом, с бутерами, куда-нибудь далеко и надолго. Ну да ладно, шоколадный уже в офисе и мы готовы обозреть все скидончики. Скидка на один из самых быстрых и длинных суперкаров, 200, очень годный, но неповоротливый суперкар всего лишь за полцены. Шлаген GT тоже со скидкой 50%, и хоть это уже спорткар, и этот спорткар не дотягивает до уровня Тали GTO и Пари, но все же достаточно неплохой, а за 650 тысяч. Это вообще подарок судьбы. На Варстоке скидка 50% на мой любимый боевой вертолет, Бузард. А ведь Павлик взял его за лям. Теперь вообще 875 тысяч. У кого нет, берите, не пожалеете. А также скидка уже в 60% на истребитель лазер. Но даже с такой скидкой он не нужен. Если у вас есть ангар на военке Зенкуда, там можно их бесплатно брать. Есть всегда в наличии. Кстати, об ангарах. Сейчас действует скидка аж 60% на все ангары. Я советую брать те, которые подороже на военной базе. Это вам позволит беспрепятственно передвигаться по этой самой базе. Но помимо скидки на саму базу, такая же скидка распространяется и на весь ремонт, включая мастерскую и личное помещение. Вы скажете, а зачем мне все это? Я отвечу. Потому что сейчас действуют двойные выплаты за сбагривание авиагрузов. То есть закинул ящик на склад ангара, обычно получил десятку, тут же получаешь двадцатку. И хоть я ненавижу этот вид фарма, я все же рекомендую собрать полным составом мотоклуб и пофармить. Все дело в том, что грузы распределяются на всех участников. Если вы один, то естественно и грузов будет столько же. А если вас уже четверо, то за один ход можно поднять 80 тысяч. Но в конце я вам покажу всю боль и страдания фарма в одиночку. А пока переходим к бонусам. Тройные выплаты Рокки решили сделать на противоборство, снабжение. То есть у нас такая неделя авиации. Экономика в этом противоборстве такая же, как и везде. Чем больше раундов и времени, тем больше выплаты победителям. А вот что реально интересно, так это то, что Рокки решили сделать тройные выплаты на противостояние. Очень древние режимы. Это Air Force Zero, где одни пытаются выжить, а другие их уничтожить. С противостоянием полный кайф примерно то же самое. В отличие от противоборств,
Тут все зависит от вас. Возможностей для маневра больше, но функционал примитивный. За все это дают в три раза больше как валюты, так и опыта, и все для того, чтобы мы не вылезали из любимой GTA Online. На подиуме в казино у нас Делюксе, один из самых загадочных и дорогих автомобилей в GTA Online. Ходит легенда, что шоколадный нуг уже не тот, и все это из-за Делюкса и искривления пространства и времени. А вообще это годная спортивная классика, просто как автомобиль. Да, на нем можно летать, и да, она умеет стрелять. А еще у нее двери наверх открываются и приборка уникальная. Такая же, как на оригинале. Выиграть эту машину, думаю, не составит труда, если вовремя отключаться от интернета и перезаходить в сессию. Про количество секунд, которые нужно выждать, я сказать не могу. Кто-то говорит, что 4 секунды, кто-то 4,5, кто-то 3. Я думаю, Rocky для каждого автомобиля делают свой таймер, но 4 секунды не сработали. Нужно чуть пораньше, ибо до тачки колесо так и не дотянуло. А на этом все. Неделя хоть и с небольшими скидками, зато точечными, практически никакой никчемной грязи нет. А ведь можно реально прикупить ангар и немного пофармить грузы. У вас тогда появится возможность полетать на разные техники из-за обновления контрабандиста. Ну а я закругляюсь. Сейчас я вам покажу от и до получения 20 тысяч баксов, и как это больно и долго. Смотреть это не обязательно, но если толкан не отпускает, то можно и залипнуть. Всем ББ, всем ГГ. Shipment won't be stolen, for once. In fact, we're going to be given it if we can protect another outfit's... Thank you.
goes in the cargo bag. You ready to make this sale?